Добрая нагода отмовиться от шкодной звычки. Белорусская молодь сегодня долучилась до Сусветного дня без тытуню. Студенты университета информатики и радиоэлектроники за удел у спортивных флешмобах и складание 3D-пазлов отримливали витаминные призы – яблоки. Подчас консультации медиков можно было проверить тиск, рост и подкорректировать режим харчевания. Я меряю давление, до этого я измерил рост, а в самом начале этой акции я прошел пословицы, разгадал ребусы, которые были поучительными, которые говорили о том, что курить это плохо, что нужно вести здоровый образ жизни, ну и вообще, вот я не курю. Зараз у нашей краине распрацовывается проект нового антитутюнёвого декрета. Задача в первую очередь обмежевать электронные цигареты, так само створить больше месяцев свободных от курения. Пропановы на правовым портале Беларуси можно покинуть до 12 червня.